Так, всем привет, с вами Рыжикот, это вторая часть моего выживания, нубластера. Я когда-нибудь сделаю бесконечный источник лавы, потому что лава это ценный материал. Алмазы вообще, это ужас. Ну, пошути, почему алмазы ужас? Это классный материал, просто очень редкий. Нифига себе, бе. Дочки, я теперь соплее. Пэм? Или это на том же острове, откуда я приехал? Нет, топор! Выйти из лодки, дерево добыть. Что не проживем по-вашему. Мне какая-то постройка приснилась большая. Кстати, набираем лайки. Подписывайся на красную кнопочку, чтобы хорошее выживание у меня было сейчас. Мы находим деревню. Если вы поставите много лайков, мы найдем в этой серии. Может, деревню. Может быть. А может и нет. Ну, кто знает, зависит от вас. Ладно, пойдемте деревню искать в пустыне. Пустынную деревню, мягко говоря, сказано. Добудем дерево. Ну, как тут это пустынное дерево? Кустики. Ненавижу их. Пойду сломаю. Дерево с палки получу. Палка, убивайся, палку. Кустики вообще-то мне нужны больше, чем палки. Ах, ничего. Давайте искать данж и деревню. Вау, какой большой. Это проделки херобрина. Кактус не может вырасти таким большим. Только хер может это сделать. Тростник! Где есть тростник, значит, там должна быть разумная жизнь. Кто это меня убьет? Наверное, сам себя ударил. Что ли, мы не найдем данж? Когда мне не надо деревни и данж, они всегда есть. Хорошо, что в Майнкрафте нету такого закона пить. Вода? Я просто буду орать, если не найдется данж или деревня. Чем у меня столько ресурсов? Или сюда, давай сюда. Описываюсь. О, уголь.
Не надо, наверное, все-таки дальше. Пойду я обратно. Как же железка получить? Не, наверное, дальше все-таки не надо. Так. Где тут выход? Тут я себе одну ночку проживу. А вот это я бы цепла бы, наверное. Вот этот мне нравится, этот булыжник. А, ну сейчас это тоже надо. Что я нашел? Если я с вами ничего не найду, копить. Да. Тут у меня было место, кажется, зарождения. What the fuck? Черн фикс. Фак. Давайте вот на моем творческом поиграем. Дерево, которое ведущее в ад. Пока. Я от вас бегу, если вы будете орать. В клетку. Просто всех котов в приют. И вот эту парочку. Фух, мне меньше проблем. Но
они что, за вами будут телепортироваться? Я бог. Всем пока.